вам чего не хватило в сегодняшней встрече? Забитых голов, наверное. Забили меньше, чем они, проиграли игру. В принципе, играли здорово. Была хорошая игра практически до конца. Можно принять на невезение или есть другие причины? Не знаю, не могу сказать, невезение это или... Так получилось. Вопрос, конечно. Лена Сумарк уже 7-й матч не может забить. Главный лидер, один из лидеров, Салават. Есть вообще какие-то варианты, с чем это связано? Мы уже играем третий раунд, и каждая команда смотрит видео и перед серией, и перед играми, и разбирает всех игроков, и, в принципе, играет против него и делает свою работу. Иван, ну, проигран бой, не проиграно сражение, еще есть шанс зацепиться за серию. Как планируете действовать в следующем матче? Уходить играть надо только на победу, а мы уже... были практически в такой же ситуации, когда только выигрывали 3-1, и мы видели, что серия на этом никогда не заканчивается, и все будут биться до конца, а играть на победу. Три удаления сегодня в атаке заработали. Это вот как-то с чем связываете? Почему так получается? Позиционные ошибки. Проигрывали моментах и приходилось удаляться, наверное. В прошлом матче наконец-то забросить большинство, вот оно опять не получилось. Что происходит с командой, почему не забиваете? Ну, опять же повторю, что всех прекрасно знают, кто куда едет и что делает. И, скажем так, получается импровизировать, придумать что-то новое по ходу матча, потому что стандартное то, что наигрывали, все прекрасно знают, что мы делаем. Иван, знает, что большое внимание уделяли первой тройке, Мазякину в частности, да, и вот он такой на небольшой скорости, матч за матчем, в принципе, вот, не знаю, как-то вот вас буквально легко так обыгрывает, нам кажется, вот в чем причина, что так, может, легко ему даете на свой пятачок приезжать? Он, наверное, кажется, стоит попробовать самому. Спасибо, Иван, удачи, Иван.